my name is Anna Nuderu, and I'm from Novosibirsk, Russia, and I'm a student in Grand Rapids Christian High School. Привет! Меня зовут Аня Дударева, и я из Новосибирска, Россия, и я учусь в Grand Rapids Christian High School. Христианская школа Grand Rapids находится на западе штата Мичиган и предназначена для 2000 учащихся, от дошкольного возраста до 12 класса. Мы принимаем учащихся 7-11 классов из других стран для участия в нашей насыщенной программе для иностранных студентов. Персонал, занятый в учебных программах, стремится к всесторонней заботе об учащихся и развитию их характера. Ежегодно у нас проходит обучение около 35 талантливых учащихся из разных стран. Как правило, они находятся здесь от 1 до 5 лет и во время учебы живут в американских принимающих семьях, которые отбирают, обучают и поддерживают христианская школа Grand Rapids. Поскольку мы поддерживаем тесные отношения с принимающими семьями, мы можем помочь каждому ученику укрепить здоровье и добиться успеха во всех сферах жизни. Учащиеся начинают свое обучение с пребывания в школу инструктажа. К занятиям приступают в середине августа. Один из важных и любимых иностранными учащимися курсов называется English Lab. Этот курс является своего рода исходной точкой и знакомит учащихся с американской культурой. Система образования помогает совершенствовать навыки владения английским языком. Учащиеся принимают участие во множестве мероприятий, таких как уроки актерского мастерства, колонна барабанщиков, джазовый оркестр, группа поддержки на спортивных мероприятиях. Также они могут стать членами таких клубов, как научные олимпиады, криминалистика, клуб приключений и национальное общество почета. Находясь здесь, учащиеся также могут извлечь для себя много полезного из нашей программы Winterroom. Это двухнедельный обучающий практикум, во время которого учащиеся могут пройти новые интересные курсы, предлагаемые нашими учителями и приглашенными инструкторами, вместе с преподавателями совершить путешествие по стране, а также принять участие в 10-дневной профессиональной стажировке. Значительную роль в жизни старшеклассников играет спорт. В течение учебного года около 65% наших учеников занимаются хотя бы одним видом спорта. Мы убеждены, что средняя школа должна быть временем исследований. Перечисленные мероприятия играют важную роль, помогая учащимся завести друзей, раскрыть таланты, найти себе увлечение и подготовиться к будущим успехам. Мы предлагаем 17 курсов с углубленным изучением, интенсивные курсы точных наук и искусств, а также перспективы двойного зачисления в университет. В течение 10 и 11 классов ученики готовятся к тестам для американских колледжей, а также, возможно, к тесту TOEFL. Рассматривая варианты университетов, мы беседуем о соответствии и помогаем студентам определить университеты, о поступлении в которые им стоит подумать. Учащиеся хорошо подготовлены к будущему. За последние 8 лет все наши иностранные выпускники обучались в университетах, многие из которых являются лучшими учебными заведениями США. Мы понимаем, как сложно и важно сделать выбор на пути образования. Мы приветствуем вашу заинтересованность в учебе в США и приглашаем вас присоединиться к нашему школьному сообществу. Мы рады присутствию учащихся разных культур и убеждены, что новые голоса делают наше сообщество богаче, повышают общее качество образования и укрепляют дружбу. Свою обязанность мы видим в обеспечении вас наилучшим уходом, налаживании общения и предоставлении академических знаний, которые помогли бы вам добиться успеха на жизненном пути. Спасибо.